Пандемия коронавирусной инфекции вынуждает региональные власти предпринимать дополнительные меры по защите населения. В частности, продлен особый порядок работы медицинских учреждений. В чем это выражается, нам рассказали в областном Минздраве. Свыше полутора десятков центров амбулаторной помощи работают в эти дни в Тверской области. Их сеть покрыла те основные муниципалитеты, ЦРБ которых функционируют как межрайонные клиники. Кроме того, они созданы во всех районах столицы Верхневолжья. Причем есть как для взрослых, так и для детей. В некоторых районах даже по два. Что касается детского населения, по городу Твери в каждом районе имеется детский центр амбулаторной медицинской помощи. И 9 центров у нас имеется по муниципальным районам. При этом центры в Твери и Калининском районе работают в круглосуточном режиме. Остальные с 8 утра и до 8 вечера. Особо стоит отметить, что в данный момент в поликлиниках приостановлен профилактический осмотр и диспансеризация. Однако экстренная помощь оказывается в прежнем объеме. Все эти меры направлены на создание комфортных условий для пациентов. У пациентов, которые не болеют, риска заразиться нет. А те, кто болеют, приходят, им в этот же день берется мазок, они осматриваются специалистом. Если необходимо, выдается направление на компьютерную томографию грудной клетки и выдаются лекарственные препараты. Что касается медиков, то для них режим работы, в общем-то, не изменится. Они также будут принимать пациентов в средствах индивидуальной защиты и в респираторах.